Информационный центр, открытый при Центральной избирательной комиссии в Якутии на базе Республиканского медиа-центра, куда также будут стекаться все данные о ходе голосования. Ну и сейчас на прямой связи из инфоцентра Центр избиркома республики находится наш корреспондент Оксана Устинова. Оксана, здравствуй. Ждем от тебя первые новости о выборах в Якутии. Пожалуйста. Алексей, доброе утро. В эти минуты началось голосование в республике. На 2 часа раньше распахнули двери 44 избирательных участка на 6 северных районах. А в 3 улусах голосование начнется час раньше. И сегодня по всей республике будет работать более 800 избирательных участков. 115 из них находятся на территории города Якутска. В каждом из них установили урны для бюллетеней, кабинки для тайного голосования и системы видеонаблюдения. Поэтому за ходом выборов в режиме онлайн можно будет наблюдать на сайте «Наш выбор 2018.ру». Отметим, что общее количество избирателей в Якутии составляет более 630 тысяч. Из них около 17 тысяч были охвачены в предварительном голосовании. Это те, которые живут и работают в труднодоступных и отдаленных местностях. Оксана, в этом году во время выборов будет много нововведений. Часть уже сообщила. Чего ждать избирателям? Да, Алексей, действительно, на этих выборах были внесены некоторые изменения. Одно из них – это отмена открепительных удостоверений. И те, кто сегодня будет голосовать вне своего избирательного участка, они должны были до 12 марта подать заявление в Центр избиркома, МФЦ и через портал госуслуг. Этим методом воспользовались более 5 миллионов жителей России, а в республике это порядка 60 тысяч. Еще одно нововведение коснулось наблюдателей. Заранее был сформирован список из общественников республики и представителей общественной палаты. Алексей. Спасибо. Оксан, напомню, что на прямой связи с инфоцентра Центра избиркома Якутии о ситуации к началу голосования была наш корреспондент Оксана Устинова. А теперь к явке избирателей на выборах прошлых лет. Так, в 1996 году в стране на выборы вышли 69% избирателей. В 2000 году голосовать пришли чуть более 68% россиян. Якутяне дали явку в 70%. Рекордным для нашей республики стали выборы 2004 года, когда приняло участие 82% якутян. В целом, по России тогда проголосовали 64% жителей страны. В 2008-м почти 70% россиян, в Якутии этот показатель тогда составил 75%. Ну, а на последних выборах к урнам голосования пришли 65%. В России, в отдельно взятой Якутии, почти 75%.